это ненормально. То есть такого не должно происходить по-хорошему. У Нави все так неплохо смотрится. Вот там сплитим, растягиваем, и тут игрок пушит будку, и у вас человек, который находится в нуле, он проигрывает эту дуэль. То есть это там были и Флейми, и Бумыч, а Клдзера в этом плане шикарно вообще половину провел. Как раз у Бумыча, у которого 10-0 было по энтри на Инферно, у него здесь после первой половины там 1-6, по-моему, было. Вот он там в нуле с Флеймичем иногда, по-моему, оставался. В общем, сложно было здесь Нави. Фейзы, ну, у них получалось вот индивидуальные действия Колдера и, в принципе, все остальные тиммейты, вот эти энтри на улице, все очень хорошо смотрелось. Мне, в принципе, нравится атака Нави, я согласен с Ромой по этому поводу, но здесь слишком много ошибались, слишком много надавали своего. Я, конечно, чувствую немного флешбеки со вчерашним трейном, когда я тоже говорил, что мне нравится атака Нави на трейне. Ну, надавали как-то, в принципе, на карте слишком много раундов. Там, правда, у меня было ощущение,